Егор Борисов в Москве встретился с известным путешественником Федором Конюховым. Стороны обсудили новый уникальный проект – полет в стратосферу на воздушном шаре на высоту 25 километров и установление абсолютного рекорда высоты для теплового аэростата. Конюхов рассказал Борисову некоторые подробности подготовки. В качестве стартовой площадки для установления нового мирового рекорда он хотел бы избрать территорию Якутии, поскольку здешние природные условия оптимальны для успешного старта. Также ориентировочно определено время запуска полета. Он должен состояться в августе-сентябре следующего года. Продлится полет более суток. Первый канал планирует транслировать события в прямом эфире. Якутия занимает 1/5 часть России. И мне нужны большие просторы. Потому что, когда я поднимусь в стратосферу, при посадке мне надо очень большие просторы, чтобы не было гор и не было леса, тайги, так можно сказать. Якутия подходит как раз с северо-запад Якутии. Это тундра, леса-тундра. Мне подходит. Потом там не так активно работает самолеты, большие пространства. И по всем параметрам нам подходит Якутия. Но когда я встретился с Егором Афанасьевичем, я вижу, что он романтик, он патриот, он хочет, чтобы это было, тем более, что следующий год, 380 лет, вхождение, добровольное вхождение якутского народа в состав российского государства. Это все подходит. Вот это, об этом мы говорили.